Всем привет! Сегодня мы будем слушать Кай Энджела совместно с Найс Майсом. Называется... У меня он Найс Майс. Ему уже никуда не деться. Итак, трек называется «Липстик». Ну, давайте слушать. Все дергается, это кошмар какой-то. Что так кислит? Я высоко. Что там у нее кислит, а? Killstreak. Французский шопинг, он тяжелый, это killstreak. Друзья мои, вот что я хочу сказать. Это просто... Это песня. О, черт! Это... It's just a family blog. А, вот... сейчас вот этот Nine Mice и Kai Angel, да, вот они последний раз у них был другой альбом, вот совсем недавно. Он мне больше нравился. И это... Именно Nine Mice. Nine Mice? Потому что то, что я сейчас вижу, это просто ужас, это просто кошмар. Как хорошо, что я знаю, что он бывает другой. Вот так я бы сказала. Вот, поэтому тут все было плохо, все было печально. Тут, во-первых, меня бесило вот это все время дергающаяся картинка. Даже не хочу оценивать. Дергающаяся картинка. Вот этот стиль, вот этот вот, про что, я всегда говорю, если вам есть о чем сказать, скажите, спойте, прочитайте. Но если вам нечего сказать, и вы какую-то ерунду городите, не надо этих песенок. Ну, не знаю, может, они кому-то нравятся. И музыка была, вот у меня сразу голова разболелась, вот все сразу. Вот, ну, хорошо, что все хорошо закончилось, и теперь этот мальчик поет хорошие песенки. Вот. А тогда пел не очень. Вот и все. Всем пока.